Деловые связи столицы республики расширяются. Сегодня Леонид Черкесов встретился с турецкой делегацией. Речь шла о реализации соглашения о сотрудничестве, подписанного несколько лет назад. Осман Гектюрк и Зикерия Бекташ впервые прибыли в столицу Чувашии. А все для того, чтобы познакомиться с республикой, определить инвестиционные приоритеты и перспективы товарообмена. В целом, турецкие предприниматели хотят и готовы работать на территории России. Мы провели свое расследование и думаем, что есть определенный потенциал в конкретных отраслях промышленности Чувашской республики. Увеличение количества прямых авиарейсов из Чебоксар в Анталию, возможное строительство предприятий по переработке древесины, а также развитие медицинского туризма – все это обсуждалось на встрече. Заострили внимание и на развитии текстильной промышленности. Как известно, Турция занимает одно из лидирующих мест в мире по производству одежды. Мы думаем, что в дальнейшем мы сможем еще более тесно и гораздо чаще организовывать совместные поездки как вы к нам, так и мы к вам. Дело в том, что Чувашская республика тоже входит в наш консульский округ, и если сравнивать Чувашию с Башкортостаном и Татарстаном, там инвестиций туристов гораздо больше, чем здесь. Но поэтому мы хотим увеличить долю инвестиций и на вашей земле в Чувашской республике. Кстати, на сегодняшний день уже есть пример успешной совместной работы турецких и чувашских предпринимателей. Предприятие по производству ювелирных изделий «Тимофеев» или гостиница «Волга», которую возвели турецкие строители. Это один из лучших гостиниц. Мы знаем, что действительно турецкие строители, они хорошие, хорошие дизайнеры, лучшие, можно сказать, во всем мире по гостиничному бизнесу, по санаторно-курортному бизнесу. И поэтому вот это решение, как раз во время приезда господина Акадина, о строительстве гостиницы «Волга» было принято. И здесь работали и турецкие дизайнеры, турецкие строители, и полностью оборудование, вплоть до последней розетки, можно сказать, все привезено было из Турции. Подводя итоги визита, обе стороны выразили надежду на дальнейшее укрепление связи между Чувашией и Турцией. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика.